Lenovo S880. Такая большущая батарейка. Батарейку мы заряжаем. Мы на нем поменяли сенсор и хотят его прошить, потому что система была забита всякой дрянью. И раз уж он попал в ремонт, его решили прошить. Прошивка бесплатная будет в данном случае, поэтому хуже от этого не будет. Но прошивку мы поставим официальную. Я ставлю ссылку на свою прошивку в описании. Прошивка мной проверенная. Версия, по-моему, она 1.11 или 1.12. Я вот могу путать. Я этой прошивкой шел уже многократно, поэтому проблем с ней не возникало. И в этом случае тоже не возникнет. Версия S112 у нее. Вот, потом, если он переживет все эти прошивки, я еще покажу на нем хард-резет. Я его сейчас, батарейку на нем выдергиваю, втыкаю, оставляю лежать. Показывать больше его не буду, но в нужный момент, когда мы все настроим, его нужно будет просто подключить к компьютеру. Ничего происходить на нем не будет, клавиш никаких зажимать не нужно будет. Я извиняюсь за общий шум, тут у нас мини-пилорама открылась. Значит, качаем по ссылке в описании мой архив. Вот так вот он будет выглядеть. Как внутри будет 4 архива. С модемом, с флэш-тулом и самой прошивкой. Еще вам сюда положу драйвера, пускай они лежат. Значит, по драйверам. Драйвера поставить обязательно. Если драйвера не поставить, прошивка происходить не будет. Красная полоска, заливка блоков, ничего не будет, аппарат видеться не будет. На Windows 8.8.1.10 перед установкой необходимо отключить проверку цифровой подписи драйверов. Отключаете, только потом драйвер ставите. У меня в описании под видео всегда есть ссылка на видео, где я отключаю проверку цифровой подписи драйверов, повторяйте за мной, и все будет ровно. Значит, распаковываете каждую папку, заходите в папку с флэш-тулом, флэш-тул.exe. Так, сейчас я его сюда, оп. Обязательно ставим галочку, в первую строчку добавляем файл mtk-only-one, он есть в папке с флэш-тулом, если вдруг просит, а во второй. Идем в корень диска C, в папку, куда вы все распаковали, у меня это папка 2. Вы, кстати, тоже распаковываете так, чтобы не было русских букв и пробелов. Папка Target Bin, а в папке Target Bin, сколько, блин, нифига тут, старайтесь, чтобы не было так папка в папке много раз. Выбираете файл, он T6572, Android Scatter файл. Вы что делаете? Вы убираете вот эту галочку с прелоудера. Убрали галочку и жмете download с поставленной галочкой, обязательно checksum, иначе прошивка завершится некорректно и он будет висеть на заставке. Я шью с прелоудером, потому что я знаю, что у меня с памятью все в порядке. Вы, если сомневаетесь, что с памятью аппарата что-то не так, обязательно шейте без прелоудера, иначе получите не включающийся труп. И клиенту будете потом объяснять, что он вам сдал вроде включающийся аппарат, он там, допустим, на заставке висел, а сейчас даже изображения нет. Вот за это как раз отвечает прелоудер. Я нажал firmware upgrade. Подключаю его к компьютеру, даже показывать вам не буду. Жду, сейчас он подхватится, красную полоску, все отлично. Драйвер подхватился и пошла заливка блоков. Я для вас все это дело сверну. Так, сейчас вам покажу в портах ком. Вот мое устройство на ком-11 порту. Так, сейчас на тот экран. Вот. Для вас перемотаю, вы видите, что идет заливка блоков. Дожидаемся окончания, не прерываем ни в коем случае, его можно окирпичить. После этого будет зеленый кругляшок, либо зеленая галочка. Закрываем это окошко, отсоединяем и включаем. На этом, в принципе, прошивка Lenovo S880 будет закончена. Мы, конечно, поковыряемся еще с рекавери, не знаю, что-то не впечатлил он меня. Но если вдруг в рекавери не попадаете, убираете клей MMC, как я показал, с плюсом и питанием. Вот, либо до того пробуйте с минусом питанием и с плюс-минусом и питанием. А мы, когда все закончим, я его включу, покажу, что все работает, и мы с вами как бы заключительные слова я для вас скажу. Пришлось еще ему Wi-Fi восстанавливать, MAC-адрес Wi-Fi не хватало с Enrite Tool или SN Station программой IMEI. Так, значит, мы хотим попасть на нем в рекавери. На нем попробуем, значит, зажать на секунду две питания. Раз, два, и следом плюс и минус. На секунду две питания, и следом плюс и минус, и держим три клавиши. Ну, что-то он опять не хочет включаться. То есть мы должны питанием дать ему толчок для включения, и только потом зажать плюс и минус. Все, заново. Тогда 3 секунды. Так, плюс и минус я приготовлюсь. Значит, раз, два, три, и следом плюс и минус. Экран загорелся, я питание бросил, а плюс и минус продолжает держать. И вот только так мы попали в рекавери. Выбираете Wipe Data Factory Reset, нажимаем питание, выбираем строчку ES Delete All User Data, ну я ушел все равно. И после этого он перекинет вас в предыдущее меню, где выбрать нужно первую строчку Reboot System Now.
Вот весь сброс. Не заходил у нас в рекавере, одновременно кнопки не срабатывали. Получилось только питанием дать толчок, и только потом зажать плюс и минус. Вот такая вот дичь. Все, сейчас проверю, чтобы работали сим-карты, и на этом с этим аппаратом все. Он прошился, как мы видим, все работает. И проблем возникнуть не должно. Все аппараты Lenovo в плейлисте Lenovo. Все самое интересное, важное, полезное с моего канала в плейлисте полезное. Попасть можно с главной страницы канала. Вы вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал.